В теплицах под Кировском после модернизации огурцы выращивают круглый год. Все благодаря искусственному освещению. Более 3500 лампочек заменяют солнечные лучи. Озаряют растения в зимний период на протяжении 20 часов с 4 утра до 12 ночи. Остальное время на сон. Летом овощи растут в естественных условиях. Под томаты здесь отведено 4,5 гектара. Под огурцы 5,5. Наращиваем производство. Строимся, развиваемся, производственную сферу. Вводим дома, квартиры для наших работников. Поэтому «Рассвет» живет и надеюсь на дальнейшее развитие «Рассвета». А я в этом уверен, потому что здесь люди золотые. Прямо с грядки. Летом вопросов со свежими овощами нет. На рынке ежедневный ажиотаж. Продавцы уверяют, выходные яблоку негде упасть. Бобруйчане спешат за свежим и натуральным. Ассортимент и прескурант разнообразен. В зависимости от сорта помидоры от 5 до 10 рублей за кило, огурцы от 2,5 до 5, капуста 2 рубля, ароматный укроп обойдется за рубль. Самой желанной ягодой заваленной все ряды. За килограмм просят от 7 до 20. Разница в сортах и размерах. Я сама продаю этот товар. У нас всегда свежий товар. Это первые огурцы из Пинска, краснодарские, можно сказать, с помидоры. Ну, это пинские. Так что мои покупатели все довольны. Это самое главное, что у меня есть свои покупатели, сами приходят, сами выбирают. Самое главное – доверие. У привередливого покупателя свой райдер. Кому-то подавай товар с конкретного района, кому-то важны принципы выращивания. Очевидно одно – предложение найдется на любой вкус и кошелек. На рынке кажется, что более свежие продукты, овощи, фрукты, выбор больше. Поэтому нам больше нравится на рынке покупать и овощи, и фрукты. И как часто приходите? Не знаю, я рядом работаю, не знаю, пару раз в неделю. Почему товары на рынке настолько хорошие? Почему берете? Потому что это домашнее. Свежие, вкусные. Решить проблему с выращиванием плодово-овощной продукции в межсезонье президент поручил еще весной прошлого года. Первый результат модернизации хозяйства страны продемонстрировали в год качества. Благодаря солнечным киловаттам, по-настоящему качественным вкусам, возможно наслаждаться даже зимой. А пока на улице лето. СПК вовсю заготавливает овощи на хранение стабфонды. Виталий Гаврусев, Роман Костюков, Максим Калинин, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360.